студенты, работники, а также гости нашего прекрасного университета КИМЭП. Как дела? Как настроение? Давайте пошумим! Вот именно такая поддержка должна быть сегодня, потому что наши участницы, наши конкурсантки готовились, долго готовились к сегодняшнему мероприятию, и они заслуживают вашего внимания. Вы, наверное, все поняли, сегодня прекрасный вечер, сегодня мы узнаем обладателя номинации «Мисс КИМЭП», друзья! Наши девочки долго готовились и готовы сегодня вам просто показать на этой сцене настоящее шоу. Ну что ж, прежде чем я вас познакомлю с нашими конкурсантками, я бы хотел вас познакомить, как же без них наши...